Друзья, всем привет! Я приветствую всех на своем канале Перекупщик. И сегодня вот такое кошерное приобретение. Деревянный стол с мраморной столешницей. Вот так он выглядит. Козырненько. Вот так. Можно сказать, почти антикварный. А самое главное, ребята, это цена. Как всегда, вы уже из моих видео знаете, за сколько я покупаю вещи. То есть очень дешево. И этот столик не исключение. Я его купил за 150 гривен. Хотите верьте, хотите нет. Вот, сейчас уже выставил его в продажу. 1000 гривен, кому интересно, можете купить и поставить лайки на ютубе за такое приобретение, за низкую цену и за красивый классный лот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, приобретайте мои лоты. С вами Перекупщик.